За последние 5 месяцев это второй визит в Брестский регион господина Бушарди. Тесное взаимодействие с Управлением по гражданству и миграции Красным Крестом позволило наладить плодотворное сотрудничество в разработке и осуществлении программы помощи беженцам, число которых в Беларуси по сравнению с 2017 годом увеличилось на 10%. По статистике, на 2018 год на территории Брестской области проживает 900 человек, прибывших к нам и нуждающихся в адаптационной помощи. Мы не имеем власти в принятии решения брать человека на работу или нет, но в наших возможностях оказывать финансовую помощь в тех размерах, в которых мы это можем сделать. У нас есть критерии уязвимости, согласно которым эта помощь назначается. Это семьи с детьми, это люди, остро нуждающиеся в медицинской помощи, и люди преклонного возраста. Им мы оказываем помощь. Ведется активная работа и в помощи с трудоустройством, важными критериями в которой является соответствующая квалификация и знание русского и белорусского языков, что в принципе не является серьезной преградой на пути получения работы, ведь подавляющее число заявителей – это граждане Украины из Донецкой и Луганской областей, от 85 до 90% обращений, в зависимости от региона. На втором месте заявители из Афганистана и на третьем – граждане из Сирии. Значимым пунктом в программе визита в Брест представителя Верховного комиссара было посещение офиса службы по консультации беженцев. В прямом контакте с гражданами Украины, которые присутствовали на встрече, были выделены основные проблемы, даны рекомендации юридического характера, затронуты темы трудоустройства и медицинского обслуживания. Индивидуальный подход и внимание каждому из присутствующих сделали встречу информативной и плодотворной.